Друзья, всем огромнейший привет! Вы на канале «Делай сам» и с вами снова Алексей. Сегодня хочу вам показать еще одну подборочку, что можно сделать из пластиковых бутылок. Что получится у нас в итоге, давайте посмотрим видео. Всем приятного просмотра! Поехали! Есть такой вот брусочек 50 на 25. Сейчас сделаем здесь 2-3 разметочки. С отступом примерно 5 мм. Также делаем здесь. Обычная пила по металлу. И делаем пропила. Получился бутылкорез, сейчас продемонстрирую. Наклон обязательно в сторону реза. Получается довольно-таки ровная лента. Друзья, у нас получился вот такой вот самодельный бутылкорез. Да, делается, как сами видели, за 5 минут. Поехали дальше. Так, для чего же можно использовать ленты? Можно сделать с нее следующее. Берем. Сгибаем пополам, делаем колечко, получается, можно сделать легко, быстренько стяжечку, да, если нету под рукой. Разных размеров. Она довольно-таки прочная. Теперь только если разбирать, ну и она многоразовая даже у нас получается. Там можно будет вывернуть ее. Также можно сделать и подлиннее. С более длинной. Для следующей линии понадобится нам вот 3 на 2,5 провод. Подойдет даже медный. Знаю, здесь, наверное, 3
3,5 миллиметра толщина, и накручиваем. Начало немножечко расширяем. По итогу получаются вот такие вот трубочки. Можно использовать для каких-нибудь поделок. С одной бутылки вот у меня получилось 2 штуки по 1,40 м, 2,80 где-то примерно с одной бутылки получается. Вот, к примеру, начал плести, можно сделать такую вот косичку. Довольно-таки прочно получается. Я думаю, прям подспорье тросу будет. Но поедем дальше. Но гольная выдумка хитра. Можно придумать что-то еще с него делать. Подумайте, напишите в комментарии. Также можно остатки бутылки использовать таким образом, если нет под рукой термопистолета, термоклея. Главное, нужно быть предельно аккуратным, не обжечься. Как временный элемент держания всегда можно использовать. Конечно, оторвать можно. Здесь, как видите, отрывается прямо с бумагой. Как вариант. Также, имея обрезок от пластиковой бутылки, с ним можно сделать отличную ручку. Для, вот, например, вот такого вот надфиля.
Также нередко после отрезания, нарезания пластиковой ленты остаются вот такие вот донышки. Но я их иногда побольше специально оставляю. Можно использовать как органайзеры. Берем болтики, засыпаем. И у нас с вами получился такой вот органайзер. Нам понадобятся две бутылки. Первым делом откручиваем крышки. По центру сверлим отверстие. Берем термопистолет и приклеиваем крышки друг к другу. Берем пластиковую бутылку и наносим на ней разметочку. Что-то вот в виде вот такого овала. Ну, это я на скидку сейчас нарисовал. Сейчас будем отрезать. На отрезанной части также сделаем отверстие. Крышка первая готова. Накручиваем наши крышки склеенные. Сюда накручиваем вторую нашу бутылку. Наше горлышко. И вся пыль, выходящая из отверстия, собирается в бутылку. Конечно, можно ничего не городить. Можно просто отрезать вот такой вот леечку, закрутить пробку. И также весь мусор будет собираться здесь. Лайфхак рабочий. Также нередко бывают полезны нам и сами горлышки. Пробки убираем. Отрезаем горлышко с этой стороны. А также само горлышко я зажал. Резьбу, вернее, наш песочек. И сейчас отпилим. Распилим пополам. Как заметили, бутылки я не выкидываю. Мы с них тоже чему-чуть сделаем. Теперь сейчас горлышко шлифанем. Теперь берем саморезик. Немножко его нагреваем. И вставляем пробочку. Наживляем. Аналогично делаем с другой стороны. А теперь немножко подогреваем и вот таким образом загибаем. Аналогично с другой стороны. Сейчас немножко теперь остынет. У нас получились вот такие вот маленькие струбцинки. Их можно использовать, но я их использую по большому счету для склейки мелких деталей. Все хорошо зажимает. Можно сделать сколько угодно. Бутылки все равно халявные, да, как бы, ну, относительно, чтобы не выкидывать. Можно также сделать просто колечко отрезать. Сделать пропил. Ну, допустим, там необходимо где-нибудь нам какую-нибудь ткань там закрепить или что-то. Также можно одеть до упора, и все, будет уже держаться. И также струбцинки можно эти для склейки там ткани, кожи. Также все зажимается, сколько хочешь сделал. Поехали дальше. Все, я думаю, сталкиваются с такой проблемой, как завязанные узлы и как тяжело их развязывать. Поможет нам также отрезанная крышка, ой, горлышко, часть горлышка. Берем, откручиваем, одеваем пакетик вовнутрь, вставляем. И на какой нам нужно величине закручиваем. Все. Проблема решена. На заметку хозяйкам. А
Отрезаем два горлышка. Склеиваем их между собой на термоклей. Ну, для пущей эффективности можно еще по кругу пройти. Полезен будет тем, кто путешествует. Можно взять какую-нибудь флешечку. И закидываем в воду. Ну, это я показываю, если в реалити можно там, да, где-то. Все внутри сухо. Ну, вытаскиваем флешку. Флешка у нас сухая. Поехали дальше. Теперь можно точно такую же приблуду сделать. Также склеить все. Взять спичный коробок. Достаем оттуда спички. Засовываем их, главное, вот так вот. И также приклеиваем. Теперь можно это все закрыть. И также использовать в мокрой среде. Спички, конечно, лучше серой вниз засовывать, чтобы при трении не зажглись, не дай бог. Едем дальше. Также можно использовать такую вот пластиковую бутылку, это большая из-под воды. Сейчас мы ее обрежем еще часть. И разрежем напополам. Приготовил такую вот ДСП-шку. Сейчас мы прикрутим. И прикручиваем обратно с оборотной стороны. Берем строительный фен и нагреваем. Сейчас остынет. И раскручиваем. И обрезаем. Можно подровнять края. Получается вот такая. Можно было бы, конечно, еще длиннее сделать. Наверное, было во всю длину сделать. А так у меня вот получился кусочек 26, 260 на 120 миллиметров. Для каких мы поделок пригодится. Также можно сделать из-под бутылки, но здесь побольше пластик, попрочнее, пожестче. В этих бутылках, в больших 5-литровых, тонковатый пластик. Здесь немножечко пожестче все-таки. Так что таким способом можно сделать пластиковые приспособы и всякую фигню с них уже потом делать. Теперь берем наши бутылочки, наконец-таки я до них добрался. Примерно оставлю и 9 сантиметров или 90 миллиметров отмечаю от низа.
И делаем полосу примерно 6 сантиметров. Берем нож и прорезаем. Теперь берем, снимаем крышечки. Так, берем крышку и делаем сквозное отверстие. В моем случае это сверлышко на 7. Берем стяжечки, отмеряем примерно, чтобы они все у нас ровненько были. Самое главное. Где-то буду отрезать 11 сантиметров. Теперь их стягиваем. И вставляем наши крышки. Теперь крышки накручиваем. Так-то будет висеть. Сейчас все это подпишем еще. Друзья, ну получился в итоге вот такой вот отличный органайзер. Можно хоть отсюда брать. Все подписал. Также здесь подписал по размерам. Надо теперь все под рукой. Не то, что у меня раньше валялось это в разных шкафчиках, в разных ящиках. Вот такая вот бутылка, вернее ее горлышко. Сейчас отрежем быстренько. Многие ходят на рыбалку, но это меня не касается, я давным-давно там не был. Теперь сейчас одеваем вот так наше горлышко. Берем фен. У нас получился вот такой вот контейнер, который можно открутить. Взять незапасные грузила, которые чаще всего там с крючками открываются. Также можно и крючки. Все, теперь это закрываем и носим всегда с собой. Также нарезав из бутылки, из этой же бутылки несколько колец, можно сделать неплохую термоусадку, термокрепеж временный, да, ну, опять же временный. Также нагреваем феном. Все сидит крепко. Класс конструкции, можно разные городить. Если нет бутылка реза, то вам легко помогут ножницы. Нам здесь идеальная ровная лента не нужна. Теперь можно легко даже простой угол собрать. Чем больше ленту нагреваешь, тем она прочнее становится и лучше облегает. То есть временно зафиксировать что-то можно. Но раз пошла такая жара, отрезаем еще одну бутылку горлышко. Берем банку, опускаем и начинаем также прогревать.
готовая банка в термозащите такой, пленочной, уже она меньше будет биться, да? То есть даже видно, что изогнутую часть она обошла. Можно донышко, конечно, тоже убрать, а можно и оставить так, она тоже будет стоять. Но это опять же не все. Не оказалось под рукой крышки, не беда, пригодится от бутылки горлышко. Я, правда, криво поставил. Набрал водички, и как смотрим, вода держится. Теперь можно взять банку еще. Взять обычную пищевую фольгу, обмотать ее в 2-3 слоя. Отрезал также бутылку. И теперь засовываю туда. Банку с фольгой. И также нагреваем ее феном. Получается ровненько, аккуратненько, прямо она. Сверху надеваем опять же бутылку. И также нагреваем. Оставляем все это остывать. Теперь по краю крышки канцелярским ножом аккуратно прорезаем. Теперь она откручивается. У нас с вами получился вот такой вот. Можно крышку, бутылку и оставить, такая будет держалка. Получился такой вот на быструю руку термос, в котором сохранится тепло гораздо больше, чем в обычной банке. На скорую руку класс, да? Берем опять бутылку. Раз уж такая жара пошла, то делаем дальше. Вязаем горлышко. Горлышко, конечно, немножко уменьшил, но зато себе нарезал немножко ленты. На данный ролик делал вот такую вот лопатку из лопаты. Но, блин, некуда ее вешать. Попробуем сейчас его отогреть. Обжарик держится крепко, откручиваем крышку. Делаю сквозное отверстие, ну, где-то сверлом на 7. Беру стяжечку. Затягиваю. И лишнее отрезаю. Теперь вставляем стяжку в крышку. И так сюда даже можете насыпать. И накручиваем крышку. Готово. Теперь можно взять и повесить. Ну, например, я возьму у себя в мастерской повешенный крючок. И все, теперь инструмент висит. Всегда можно снять и пойти поработать. Класс. Друзья, также может понадобиться горлышко. Его зажимаем в тисочке. И отрезаем. Теперь в горлышке сделаю отверстие. На следующий день нам понадобится вот такая вот рифленая бутылка. Мы попробуем ее сделать более круглой. И также сделаем пробку сразу универсальной. Она и для другой цели также подойдет. Возьмем сейчас пробочку и сделаем в ней отверстие. Отверстие сделал на 12. Теперь нам понадобится сосок машинный, автомобильный. Вставляем его и будем пытаться
вытащить. Таскать надо будем при помощи пассатиж. О, она как раз четко попадает. Но на всякий случай все проклею клеем универсальным суперклеем. И под смог накручиваем крышку. Идем сейчас к компрессору. На компрессоре устанавливаем. Давайте 4 барреля поставим. И накачиваем нашу бутылку. Ну, почти 4. Тискалку установил фен, бутылочку зажал в шуруповерт. Теперь включаем фен на первую скорость. Уже не рифленая. Ровненько. Получилась круглая бутылка. То есть, кто нарезает ленты, можно теперь вообще полностью срезать прям до самого донышка. Но это еще не все. Колпачок, я же сказал, будет универсальный. Сейчас покажу, что можно еще с ним сделать. Берем любую бутылку. Я вот взял от Coca-Cola. Накручиваем. Ну, можно ее лучше, конечно, спустить. Идем опять к компрессору. Для примера беру брус 200 на 100, вот где-то 2 метра, и под него подкладываю бутылку. Закручиваем. Подключаем компрессор. И накачиваем. То есть, как вариант, поднять дверь, особо для дверей хорошо, да, там? Я не знаю, даже знаю, что на больших бутылках поднимают машины. Я, конечно, не пробовал, но знаю, что эта бутылка выдерживает 12 атмосфер. Так что вот такая вот получилась универсальная крышка. Друзья, есть еще какие идеи, для чего еще можно ее использовать? Напишите, пожалуйста, ваше мнение. А у нас с вами получилась вот такая вот подборочка отличных идей. Кому понравилось, обязательно ставьте лайк, комментируйте. Ну и до новых встреч. Пока-пока.